23 февраля этого года дело было в Киеве, в Украине. Молодежь после вечернего богослужения, киевская молодежь, собралась для молодежного общения. Они пели, общались и не знали, что это будет их первая и последняя встреча. А что случилось дальше? А дальше 24-го Россия вошла, войска вошли в Украину и началась война. И люди рассыпались и разъехались. И брат вспоминает, что последнее их произведение было в воскресенье, первом том чудесном, что они спели перед тем, как они больше не имели вот это общение вместе. И уже после, под громом и шумом вот этих войск войны и взрывов, писалось следующее произведение. Ночью, под всеми вот этими новыми впечатлениями войны, писалась новая аранжировка для оркестра, которую сейчас оркестр исполнит в воскресенье, первом том чудесном. Дорогие братья и сестры, мы не знаем, что будет с нами завтра, мы не знаем, что ожидает нас в будущем, но самое главное, друзья, мы знаем с вами того, кто держит наше будущее в своих руках. Нету ночи, и не надо темноты.
все прекрасно очень, здесь всегда мы будем.